определен лучший новаторский проект городского развития. В Барселоне состоялась выставка инновационных проектов Smart Cities Expo and World Congress, где была вручена награда City Project Award за лучший проект в сфере городского развития. Среди 308 проектов, поданных из 58 стран, лучшей была признана стратегия блокчейн-развития для Дубаи, разработанная Smart Dubai Office. Стратегия предполагает, что уже в 2020 году все правительственные транзакции будут осуществляться в онлайн-режиме с использованием технологии блокчейн. Генеральный директор Smart Dubai Government Висам Лютах сказал: «Сейчас мы работаем над разработкой первого набора международных стандартов на основе блокчейн, которые будут предложены на рассмотрение правительству».